А, блин. Ты сделал то, что я просила? Алло. У сына скоро выступление, а ты... Да, я конченый эгоист. Ты тоже говорила. Саша, это важный день для ребенка. Ты это понимаешь? Когда ты перестанешь думать только о себе? Оля, вот только не начинай опять, а? Давай не да будем. Сколько можно, Саша? Алло. Алло. Что за бред? О, моргнул. Автобус еще не проезжал? Не знаю. Может, и проезжал, только... Давно очень. А вы давно тут сидите? А это как посмотреть. Все ведь в этой жизни относительно. Алло. Да что за день-то такой, а? Где этот чертов автобус? У меня смена через 2 часа. А тебе теперь некуда спешить. Ты лучше подумай, что тебе надо исправить в своей жизни, чтобы перестать топтаться на месте. Простите, что? Но ты видел кошку? А фонарь? Это знак, что ты пришел мне на смену. Я скоро уйду, а тебе теперь самому надо понять, зачем ты здесь. Ну, как получишь ответ, так на смену тебе придет следующий. Увы, у меня 20 лет ушло на то, чтобы понять, как это работает. Там в реальности это время за секунду пролетело бы. А здесь у каждого свои задачи. Надо лишь понять, какие. Это бессмысленно! Там ничего нет! Что за херня? Я же говорил, там ничего нет. Это какой-то прикол, да? Меня на YouTube снимают. Где камера? Это петля времени. Да вы ненормальные похожи. Я сейчас обратно пойду, вон туда пойду. И сяду на другой остановке. Бред, просто бред. Неадекват какой-то. Даешь твою клёш, это как вообще, а? Как такое может быть? Посмотри на часы. Тикают? Да херня, просто батарейка замерзла. Ты не сможешь уйти, пока тебя не сменит следующий. О, а ты говорил, автобусы не ходят. Я этого не говорил. Заливает меня сказочно. До центра доедем? Да что происходит? Он просто ездит по кругу. Ну что, если с ума посходили? Я ж говорил. Он, как и ты, ищет ответ. И пока не найдет, так и будет зад вперед ездить.
Не, дядя, ты точно псих. Ну ты хочешь есть, а спать? В реальном мире ты бы давно уже голодный был, как волк. И в сортир бы уже раз 5 сбегал. А тут все циклично, как на повторе. Пока не поймешь, зачем ты тут, не выберешься. Ну ты че, нормально же все было? Не, мне его уже сразу не понравилось. Слышь, сиди есть. Давай вон у типов спросим. Отец, угости сигаретой. Эх, опять вы. Ой, молодежь. Я парочку возьму. Валяй. А ты, молодой, откуда будешь? Что-то рожа у тебя незнакомая. Ребят, вы бы шли, куда шли, а? Не лезь, батя. Слышь, Серый, парень-то не местный. Ребятки, ну давайте не будем, а? Ебать! Чё ты пыришься? Ты чё, сука? Побудал, что ли? Сюда иди, я сейчас на рыбу не порежу! Сколько можно, а? Поналетели на фонарь, как мотыли на свет. И много тут еще у вас таких мотылей? Хватает. Ты бы поосторожнее с прогулками-то. Не ты один отсюда выход ищешь. Так забредешь куда-нибудь, дадут по голове арматурой. И все, приехали. А ты умеешь взбодрить. Пожалуй, пора завязывать с этой дрянью. Эх! Серьезно? И это все? 20 лет, чтобы бросить курить. 20 лет. Что-то я разошелся. Да. Ладно, пора мне. Бывай. Пойду я. А ну стоять! Стоять, говорю!
Только дернитесь, оба ляжете. Тихо, тихо, успокойся. Ты кто? Доча, а ты тоже к фонарю? Так тут тебе ни пистолет, ни агрессия не помогут. Выход в тебе. Херня, я видела фонарь. Ты сам говорил. Фонарь моргнет и выйдешь. Смена, я вижу, уже подошла. Тогда иду первой. Так чего ж ты ждешь? Фонарь вон. Иди. Ага. Тем троим за остановкой ты тоже так говорил? Только дернитесь. Но! Он не работает! Ну, держись, тварь. Ты обманул меня! Ты обманул меня, он не работает! Говори правду, или я тебя застрелю, богом клянусь. Дело не в фонаре. Тогда он умрет, и никто не сменится. Увы, это ничего не изменит. Посмотрим. Отпусти меня, урод! Но! Стреляй! Стреляй, говорю! Стреляй, говорю! Успокойся ты! Я уже тут 2 месяца круги наворачиваю. Туда-сюда, туда-сюда. А я всего лишь хочу увидеть свою дочь. Мне так много нужно ей сказать. Я так сильно перед ней виноват. Я ведь целый мир для нее. Мир, которого у нее никогда не было. Я просто хочу увидеть свою дочь. Похоже, это твоя смена. Теперь сам решай. Сам пойдешь или ее пропустишь. Только подумай прежде. Ты ведь тут еще надолго можешь застрять. Иди. Что? Иди, говорю. Спасибо. Спасибо большое. Слышишь, я никогда этого не забуду. Никогда, слышишь? О, это было эффектно. Надеюсь, ты сделал правильный выбор. А знаешь, 20 лет здесь пролетят как один день. Или как целая вечность. Парадокс. Но я пойду. Я и так тут задержался. Ну и куда теперь? Хотя, какая разница? Do we make up for each other? Someone's dating someone else's brother. I think I might be going insane. Алло? Теперь скоро буду.
happening.